Котельная номер 2 по улице Северной обеспечивает теплом 43 многоквартирных дома. Это около 12 тысяч жителей. Мощность котельной уже на пределе. Для более стабильного обеспечения теплом из существующих и строящихся микрорайонов было принято решение о модернизации объекта. Работы стартовали около 2 месяцев назад. Сейчас установлены 3 новых котла, заложен фундамент для нового здания котельной, идет монтаж металлоконструкций. В апреле должны произвести здесь запуск новой модернизированной современной котельной и, соответственно, подадим тепло и на ту территорию, которая у нас уже застраивается, это микрорайон Одинбург. До конца года подрядчики планируют завершить работы по строительству каркаса здания и заложить фундамент новой дымовой трубы. Для этого подрядная организация планирует забурить 36 свай. 22 из них уже установлены. По просьбам жителей, эта труба будет значительно выше старой, около 82 метров, что позволит избежать попадания выхлопного пара в близлежащие дома. Здесь рассчитана она по нормативам, то есть рассчитывается это с учетом роста ветров, которые здесь есть, и высоты рядом стоящих зданий. Поэтому, в принципе, то, что будет построено, 82 метра, должно исключить негативное воздействие на тех, кто здесь живет. В первом квартале будущего года подрядчики планируют провести в котельной пусконаладочные работы, а уже в апреле сдать объект в эксплуатацию. Елена Кравченко, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».